коричневый. Зачем? Я уже нашла подобие такого, в 100 раз дешевле. Вот этот кусок стоит 300 рублей. На сумму от 2000 рублей вы можете оформить. Вот такая вот плиточка. Нам очень понравилась, дорогие друзья. А вот это вот? Ну, только надо декора, я тоже ничего. Тоже неплохая. То есть сколько вот этот вот, сколько стоит? Ну вот на нашу ванну 8 метров, если так две полосы выкладывать, надо на 9600, на, короче, на 10 тысяч надо. Ну метр только... сколько такое стоит? Тут она не по метру, одна плиточка 600 рублей только. Здорово. Вот такая вот плитка на пол идет, а вот такая вот идет на стену. Очень хорошее сочетание. Интересный вариант. Она недорогая, кстати. Сколько белая стоит? Она вся в районе 600. Розовый, белый, бежевый, микс, пастель, серебро, голубой, серый. Короче, раз, два, три, шесть видов плитки. Темно-серый, светло-серый, белый, голубой, розовый и пёстрый. Вот это всё эту клетку берёшь, по чуть-чуть, угу, смешиваешь. Угу. Вот. Сколько стоит вот такой? Ну вот они... 560-530 метр, по-моему. Ну, что, нам подходит такой вариант? Смотрите, еще более официально. Там, вот это пример, как неграмотно положена вообще плитка. На вкус и цвет вообще. Вот. Надо только вот эту плитку, вот эту плитку. Только вот эту плитку сочетать только с серой, и все, да, этого вполне достаточно. И тогда будет очень красиво, по диагонали класть. Он так не считает. А вот это что? Тебе это нравится? Ну, по-моему, это уже какой-то просто борщ вообще получается. Это уже тоже перебор, такая византийская тема, но она слишком уже... Таких плиток больше нигде нет. Очень плитки интересные. В авторских салонах еще не такое. Нет, ну я имею в виду в масс-маркете. И цены тоже интересные. Нормальные. Вполне. Такая вот, как в старинном. В Византийском соборе вот такая вот, мне очень нравится. Вот это. Такая вот пестрая. А вот это вот. Восточный. Ну, она вообще-то вообще как ты как будто вот как будто будешь в каком-то вот музее. Это Стархань. Как будто нет, как будто бы в каком-то ненастоящем интерьере будешь себя чувствовать как в игрушке, в каком-то искусстве. Не знаю, как он как будто бы какой-то. Как искусство. Вот. На эти варианты даже, по-моему, смотреть нечего, да? Вот такое вот. Это просто уже что-то такое, да? Кать, как ты считаешь? Кать? Вот эти вот варианты, вот эти вот. Вообще они неприемлемы, по-моему, для... Как это смотрится? Плитка отдельно. Очень драгоценное такое изделие. Тут тоже очень интересно смотрится. Которую мы хотим сейчас купить, да, но, угу, но она как бы вот, ну, она идеальная, то есть вот она более богатая текстура, у нее более приятная. Ну, такая простенькая со вкусом, ну, конечно. Да, но тем не менее она автоматически на 500 рублей. Что 500 рублей? Дороже. Чем что? Где она?
шестая, да, вот это? Угу. Дороже, чем что? Дороже, чем ту, которую мы хотим купить. Два раза. Интересный вариант, кстати. Смотри. Не хочешь вот такого? Ты? Вот такой вот не хочешь? Прикольно вообще. Вообще обалденно. Сколько она стоит? Она не подходит. Она многоцветная. Но она, кстати, еще. Она приемлемая по цене. Но. Очень веселенькая. Ну блин, ну. Уважаемые покупатели, напоминаем вам, что приятная женщина.